Режиссер, сценарист и актер Сергей Ладонин приехал на Алтай и проводит время с пользой для здоровья. Известный зрителям по сериалу «Папины дочки» Сергей Ладонин отдыхает в одном из санаториев Первомайского района. Говорит, много слышал о целебных свойствах пантовых ванн и наконец-то решил проверить на себе. Очень непривычно, но очень нравится. Во-первых, это не похоже ни на что. Вот эти всякие ванны другие, там панты, они вонючие, понятно, все. Но ты как бы уже с этим ощущением погружаешься, и как будто ты уже лечишься. Все, уже у тебя мысль, главное, чтобы мысль пошла. Тебя можно и в простую воду погрузить, но если тебе скажут, что там волшебство, все уже хорошо. Сергей Ладонин известен не только как режиссер сериалов, но и как актер и сценарист. Еще во время учебы Ладонин поставил спектакль «Мастер и Маргарита» и сыграл в нем роль Воланда. Вскоре он стал одним из любимых для театральных зрителей. Интервью с Сергеем Ладониным смотрите на Катунь-24 в среду в программе «Персона».